Всем привет! Новая страница в вашей жизни. Что это за страница? К чему нужно приготовиться? Что высшие силы хотят вам сказать и посоветовать о новой странице в вашей жизни? Это классное Таро ответит на все эти вопросы. И здесь верховная жрица на дне колоды. Она говорит, что да, действительно будет новая страница. Уже началась, вы просто, наверное, еще пока не поняли. Новая страница в вашей жизни. Верховная жрица – это карта перемен. Потому что этой карте покровительствует Луна. Вы видите, что здесь в короне все фазы Луны. Теперь новая фаза Луны, так сказать. Луна – это приватная жизнь человека. Новая страница вашей жизни. Верховная жрица говорит, что есть ангел, ангел Луны. Их вообще 29 ангелов Луны. Они помогают вам эту новую страницу вашей жизни пройти с успехом и, в общем-то, двигаться дальше по жизни успешно. Это карта мудрости, правильной информации, которую вам дает Вселенная. Очень хорошая карта была на дне колоды. Итак, новая страница в вашей жизни. Что посоветуют высшие силы? Если сказать по-английски, new chapter of your life. Так будет по-английски. У меня есть вот эта рубрика на английском. Очень много я делаю таких видео, потому что они очень полезные. Они помогают человеку расширить горизонт, увидеть новые возможности. Итак, смотрим две первые карты. Эта страница будет касаться денег, потому что десятка пентаклей – это много денег. И семерка меча – это карта предателей. Это карта людей, которые хотят нарушить ваш покой. Может, из-под тишка, потому что именно по семерке меча – это тот, кто из-под тишка хочет вам навредить. Что такое из-под тишка? Ну, имеется в виду, что кто-то, кто скрывается за личиной друга, да, за маской друга, скрывается на самом деле враг. Есть такие люди в вашем окружении, или там, где вы есть, или есть такие враги на более большой scale, большой такой масштабной ситуации, или же приватной, личной. Ну, есть люди, которые скрываются. Все, что они говорят, на самом деле не так. На самом деле они хотят, чтобы вы не были бдительны, чтобы вы им доверяли, потому что они вот все, что резон, все, что вот, ну, у меня как есть, да, они пропускают через призму своего менталитета, и если у них менталитет ущербный, потому что семерка меча – это ущербный менталитет, они потом вам выдают это за правду. И вот это очень опасно, потому что это может нарушить буквально все. Вы начнете видеть мир их глазами. Это называется подселенец. В народе есть такое, подселенец, да? Это очень опасно. У нас у всех есть такое, как продавцы, которые хотят что-то навязать. Ну и бывает более серьезный, конечно, более универсальный scale. Будьте аккуратны. И в этой новой странице вашей жизни эти люди себя проявят. Вы увидите по их поступкам. Они себя проявят и... Это может касаться денег, прежде всего. Потому что деньги движут все, буквально. Но если нет денег, что можно, да? Поэтому деньги – это как бы эквивалент энергии и обмена. И чтобы, ну, жить, нам нужны деньги, нужны средства. Я сижу под лиственницей, все время иголки падают. Так что, извините, если что, ну, это природа, да? Вот, и это может работу вы потеряли, потому что... Кто-то на вас или наговорил, или же оболгал вас, или сплетни, или же вот здесь другие люди были причиной того, или обстоятельства, что вы потеряли работу, закрылась компания. Но от вас не зависит обстоятельства. Но в новой странице вашей жизни вы начнете искать другую работу. И вы ее найдете, четверка жезлов, очень хорошая карта, видите, вместе с десяткой пентаклей, это, ну, счастливый расклад, можно сказать. Вы найдете хорошую работу, это стабильная работа, 4 всегда стабильная, с лучшей зарплатой, и вы будете себя чувствовать успешной, то есть все сможете себе позволить, что захотите. И здесь еще связано с другими людьми, ваша семья, вы сможете со своей семьей жить в лучших условиях. Лучших условиях. Ну, конечно, многое сейчас зависит от того, в каком вы регионе в мире живете. Сейчас мир, он очень сильно меняется. Некоторые страны меняются быстрее, некоторые медленнее. Но все страны, в принципе, перейдут на новые измерения. Но это не все сразу. Не все страны и не все регионы сразу переходят в новые измерения. Поэтому у некоторых это задержка, это через страдания.
Но все страны в любом случае придут. У некоторых заберет это так 1-2-3 года, у некоторых 50-100 лет. Но все люди перейдут в новые изменения. Обязательно. Да, это я правильно сказала, карта Мир. Мир – это карта, это последний аркан, 21-й, да? И говорит о том, что начинается действительно новая страница в вашей жизни. Действительно. Потому что, когда мы разговариваем о карте Мир, это говорится о том, что один цикл вашей жизни заканчивается полностью. Вот как вы жили вчера, больше вы жить не будете. И вы скажете, ну вот я жила вчера хорошо, почему? Я хочу жить хорошо дальше. Это не говорится о том, что вы будете жить плохо. По десятке пентаклей вы будете жить хорошо. Но это новое хорошо. Это такое хорошо, которое, ну, которое вам неизвестно. Карта Мир – это новый цикл. Это когда у вас появляется новая возможность все сделать по-другому. Все. Как говорится, знаете, Эйнштейн вроде сказал, все подхватили, нельзя решить ту же самую проблему на том же уровне, где вы ее создали. Или же другие люди для вас создали эту проблему, или третьи лица, ну, всякое бывает. Вот, и поэтому, чтобы вам новую жизнь вести по десятке пентаклей, очень счастливую, успешную, вам нужно полностью, вот как вы знаете, родиться наново. Конечно, Христос сказал Никодимусу, родиться наново. Он говорит, как это я могу родиться наново? Он говорит, Христос, пробуй, пробуй, ищи путь, ищи, и найдешь. В общем, вы здесь рождаетесь наново. Для некоторых это буквально переезд в новое место. Потому что мир – это новый мир, там новый язык, новые обычаи, все новое. И вам надо будет это все изучать. Сможете ли вы? С удовольствием вы сможете. И чем скорее вы адаптируетесь, то есть скажете, я приму так, как здесь живут. Ну, может, не всегда, не во всю принять. Можно у себя дома как бы свои традиции вести. Но нужно принять, чтобы в мире продвинуться. Это даст вам много денег, когда вы научитесь вот по этим новым правилам. Но это не обязательно переезд. Для некоторых это переезд в сознании. Да? Вы останетесь, где вы есть. Может, жить будете где есть, но поменяете работу, вполне возможно. Или свой бизнес откроете. Карта Мир – это свое. Это свой бизнес. И в этом бизнесе вы будете успешны. Уйдут страдания. 10 меча – это карта нового цикла опять. Потому что в нумерологии нет числа 10. Есть число только 1, 2, 3 и так далее до 9. А 10 – это новый цикл. Пока к карте Мир и 10 меча – это новый цикл. Ну и так, такое, знаете, самое простое объяснение этой карты. Не берите в новую жизнь, как в новый день или в новую жизнь, старые проблемы. То есть решайте все по-новому. А не берите свои старые установки ментальные, потому что ну, нельзя жить опять там, где были раньше. Ну, это невозможно. Все идет вперед. Цивилизация и космос расширяются. Все время новые звезды возникают, старые звезды становятся такими гигантами и затухают со временем. То есть, другими словами, нам, как сама природа говорит, нужно идти вперед. И если нет денег, вместо того, чтобы сетовать, нужно идти вперед. Расклад говорит, деньги будут, десятка пентаклей, их будет много. То есть у нас две десятки уже, десятка пентаклей, десятка меча и пятерка меча. Видите, у нас три мечевые карты, и они говорят, что да, вам придется как бы сбросить с себя старую кожу, как это делает змея. То есть змея – это мудрость, змея – это тоже новое, это новый этап жизни, когда мы сбрасываем себе старую кожу. Старая кожа – старое мышление. Потому что вот так и так и так я делала это, я хочу, чтобы другие люди тоже так делали. Вообще не имеем права диктовать никому ничего, да. Себе запрещаем, но если захотите. Таро только дает ну, советы и все. Я просто читаю карты, честно, как здесь вот есть, энергия идет. Себе запрещаем думать, что ничего нового нет под этим солнцем. Есть новое. Сейчас особенно рождается новый мир. Если вы сделаете так, у вас не будет вот ситуации пятерка меча. Пятерка меча – это сложная ситуация. Когда кто-то вас заставляет жить по-старому. Вот заставляет насильно. Говорит, а ты будешь так, как я хочу. Понимаете? А ты будешь вот... Знаете, как некоторые говорят, но они родственники, мы же должны их любить, с ними общаться. Они должны, если родственники очень плохие, а такие бывают. Если общаемся с плохими родственниками, бывает очень плохо. Мы просто с ними отдаляемся. Ну, не говорим, что они не родственники, они остаются быть родственниками, только отдаляемся. Но здесь эта карта говорит, тот, кто не отдалился от того, что негативно, тот будет
испытывать на себе давление, потому что пятерка меча – это давление негативных людей. Вот. И это давление негативных людей по десятке меча не даст вам начать новый цикл. А в этом новом цикле есть деньги. И в этом новом цикле есть новая любовь. Опять пятерка, две пятерки, представляете? То есть, чтобы идти на новый уровень отношений, даже с тем, с кем вы уже в отношениях, нужно по-новому видеть партнера, прощать ему прошлые обиды, ну, если вы хотите. Позволить ему быть новым, позволить себе быть новым, дать шанс этому всему новому. И вот пятерка чаш говорит не жалеть о том, что было, да, прошло. Потому что все отношения, которые заканчиваются скандалами и разводами, они начинаются с любви, страсти и влюбленности. Но не все отношения могут быть всю жизнь. По десятке меча, это, кстати, карта тоже семьи. Родственников, которые, с которыми с вами тяжело. Или на работе люди, которые просто злые. Такие люди есть, они просто больные, нездоровые, злые. Они вам хотят навредить. Если мы преодолеваем трудности, не обращаем внимания на злых людей, не пробуем их переделать нельзя, у них неправильный менталитет, тогда мы начинаем действительно быть успешными, потому что слишком много энергии тратится на то, чтобы задобрить врагов. Врагов никак в жизни не задобришь. Вот, это новая страница вашей жизни. О, да, карта влюбленные. То, что новая страница будет, это гарантированно. Влюбленные и мир. 100% будет новая страница. 100%. Но вопрос такой. Как вы перейдете туда, да, в новое измерение, в новую страницу жизни? Я вижу, что переход не будет простой для многих. Но все зависит тоже от региона, где вы сейчас. Как я говорю, все регионы перейдут, все страны перейдут, но со временем. Кто раньше, кто позже. Карта влюбленная говорит, будет новая любовь. Будет новая счастливая жизнь. Очень многие мои слушатели, очень многие, будут очень успешны при этом переходе. Будет новая жизнь, вот просто воспрянете. Карта мира – это свобода, свобода самоощущения. Вот такая свобода, где вы вольный человек, это замечательно. И карта мира говорит еще и в партнерстве с кем-то, кто такой же, как и вы, вольный человек. Очень многие мои зрители это на себя ощутят. У меня демография зрителей очень меняется. Теперь у меня практически очень все симметрично и пропорционально через весь мир, по всему миру теперь у меня идет. Да, раньше было в основном были все из России, так половина, а сейчас нет, со всего мира. Поэтому сейчас новая демография, расклады мы совершенно новые, по-другому читаются. Третья карта старшего аркана. Императрица, она говорит именно о вас. Как вы перейдете? Новая страница. Чего она будет касаться? Семейной жизни. Прежде всего, это то, что нам всем самое главное. Потому что какой у нас быт, какая у нас семья, кто к нам сами близкие, как мы с этими близкими выстраиваем отношения. Это супер важно. И это идет на большой скейл, как между странами, на маленький скейл в семье. Маленький скейл, на большой скейл между странами мы учимся. Мы учимся не делай так, делай так, да, чтобы в семье была вот эта любовь. Поменьше критики, поменьше мой way, my way or highway, говорится, есть такое выражение. Будешь делать по-моему, потому что я тебя люблю, да? Нет, нет. Карта влюбленная говорит, это любовь Бога, который разрешил Адаму и Еве жить, как они хотят. Это новый уровень любви. Люди еще не дошли до этого. Хоть и этой карте уже, как, наверное, 4000 лет, но люди еще не дошли до этого. Что Бог дал новый закон. Это закон, который говорит, я тебя люблю, потому что я верю, что твой выбор правильный. Понимаешь? Не потому, что я хочу, чтобы ты делал, как я. My way or highway. Это неправильно. Да, было такое было, когда Бог все сделал для Адама и Евы, какая жизнь пресная. Ну, все ешь, все хорошо, мой way только, да. Они сказали, нет, ты теперь решаешь. И это вот ваше новое отношение. Кто-то из вас расстанется с очень ущербным человеком, который для вас был просто вредным, семерка меча, который вас так уже обидел по десятке меча, что вы просто уже не можете больше терпеть эти оскорбления. Кто-то из вас перейдет на новые отношения, карта мир, с новым человеком. Четверка жезлов с человеком, который будет вас уважать, любить, будет с вами
обращаться как взрослым человеком, давать вам возможность быть собой. И это очень классно. И пройдут ссоры. Кто-то из вас закончит отношения с тем, с которым были одни ссоры, склоки, обиды. Вот новая страница, она перечеркнет то, что было сделано третьими лицами, негативное какое-то влияние. Ну да, по-народному мы называем это порча, сглаз, проклятие. Но эти все народные слова, они же все, понимаете, они просто по-старому говорится, а энергия та же, да, когда кто-то мешает, влияет, хочет навредить, хочет сделать по-своему. Эти люди уйдут из вашей жизни. Новая страница вашей жизни будет без этих людей. Она будет с новыми людьми, там, где будут вас уважать. Верховная жрица... А, да, кстати, это не верховная жрица, она, наверное, в духе вышла. Так бывает, в духе выходят карты. А вместе с императрицей говорят о том, что в этой новой странице вашей жизни будет взаимное уважение в семье, с коллегами, в соседстве. В общем, вы будете, ну, как бы такая социальная львица, которая уважает, которая интересна, с которой много связей, у вас будет много социальных связей. Что мои соседи заметают, извините. Какие-то будут социальные связи. И у вас в короне все знаки зодиака. Это говорит о том, что все будут вас принимать, какая вы есть. И вы будете принимать всех, какие они есть. Это, кстати, классный закон для нового языка, для языка на работе или в бизнесе, если вы в бизнесе, в семье, что вы воспрянете духом, станете свободны. Что-то они так метут прямо мне на голову, наверное. И еще и карта «Влюбленные». Вообще шикарная карта. Шикарнейшая. Она говорит о том, что будет новый этап. Ой, наверное, буду заканчивать. Будет новый этап как и в любви, так и в делах. Это вообще новый этап жизни, где есть взаимопонимание. Со стороны Евы – дерево познания. Вы познаете новые законы, как общаться, как деньги зарабатывать, новые законы. Может, новую специальность освоите, перейдете на новое предприятие или даже приедете. Потому что карта влюблённая – это вот такие drastic, сильные изменения в жизни. И вы познаете, вы будете использовать информацию правильно. А по карте со стороны мужчины здесь дерево жизни. То есть вы будете здоровее, счастливее, сильнее, у вас будет лучше диета, лучший стиль жизни, больше там движения и так далее. Вы будете сильнее. А когда человек правильный образ жизни ведет, у него лучший менталитет. Потому что такой менталитет, где мы обижаемся, или мы в себя не верим, или еще что-то, это обычно просто связано с плохим питанием. Да? Так, да, я как гомеопат-то знаю. В общем, такой расклад, мои дорогие, новая страница жизни, счастливая страница жизни. Я очень рада это видеть. Желаю вам счастья, всего самого лучшего. Я Лена из Канады, кто не знает. Приходите на мои расклады. Главное, делитесь моими видео с друзьями. Это супер важно. Для обмена энергии очень важно, чтобы расклады сбывались. Ставим лайк и до новых встреч. Обнимаю вас из Ванкувера. Пока-пока, мои дорогие.